Я ошибся. Вот это все, 293 рубля вместе с доставкой. Вот какая-то непонятная консистенция. Пятна-то ушли, но осадок остался неприятный. С Алиэкспресса пришла очередная покупка, сейчас будем распаковывать. Я уже заранее надрезал пакетик. Нифига себе, да это боди. Детская боди. Мы там заказывали детской боди за 300 рублей. Сейчас скажу точнее, сколько заказ стоил. 305 рублей. Так. Ничего себе. Значит, первое боди. Вот такое вот красивое. Ну, тут, соответственно, стёгивается, кнопочки. Ничего себе, прям крепко. Подстёгивается. Значит, первое боди. Вот, ну, второе. Кстати, размер не очень одинаковый. Тот внизу побольше размера, ну, чуток. Так, и вот такой вот третий. Кстати, еще больше почему-то. Прям чуть побольше. Что-то так-то так задумало. Вот такой вот боди. Вот, смотрите. Вот он такой красного цвета. Красно-розового. С такой офигенно красивой надписью. Прям для девочки. Вот тут. В горошек. Ну, прям видно, что прям чуть меньше. Тот снизу прям больше размером. Там прям и больше вот рукава здесь пошире. Но тут практически вот эти два одинаковых. Единственное, здесь вот они вот. Ну, если вот так вот приложить. Вот так вот отличается вот. Вот, а если вот этот взять примерно одинаково, то не вот так вот получается. Этот длинный вроде как рукав, но здесь пошире, это еще больше. Но на ощупь прям хлопок. Такие прям плотные достаточно. Мягкие, прям приятные на ощупь. Нифига себе, какие большие этикетки. Цена? Да, самая приятная цена. 305 рублей. Три штуки вместе с доставкой на почту. Вот. Раз, два, три. А сейчас я вам покажу другую посылку, которую мы купили. Сейчас посмотрю, какая цена. Ребенок снизу там ползает у нас. А нет, это была... Это было 293 рубля. Я ошибся. Вот это все, 293 рубля вместе с доставкой. А вот две майки за 305 рублей пришли. Но они пришли испорченные. Они были повреждены, были испачканы. Сейчас я покажу. Вот, прям здесь прям мягко, пушистые. Вот вторая посылка, которая... Положили в почтовый ящик. Да, и это можно все убирать. Так, а теперь, дамы и господа, смотрите. Вот какая-то непонятная консистенция на такой майке. По запаху это чернослив, похоже. Нет, это чернослив и есть. Но я не буду утверждать, что это чернослив. Вы сами можете написать в комментариях, на что это похоже. Вот первое впечатление, на что это похоже, просто... Не буду говорить, это просто Г. Вот такая майка. Вот такая вот майка. Вот с такой вот лепешкой. Да, но это стоит 305 рублей. Вот, а вот вторая майка.
не знаю, на какого-то он бомбовоза, ё-моё. Да платье почти, ё-моё. Нет, это две майки, причем они разные. Они, да они вообще разные. Они мало того, что, значит, испачканы, они должны быть все вот такие вот, а они совершенно разные. Просто кинули, глядя, или чё-чё. Вот эти пятна. Я сделал возврат, открыл спор на Алиэкспрессе. Пройдем процедуру возврата денежных средств частичные, без возврата товара. Ну что, вот еще здесь одно здесь есть пятно. Я попробую это все дело вот здесь отмыть, отбелить. Вот эти пятна вывести с помощью перекиси водорода. Я под видео оставлю ссылку на видео, где я вводил пятна с помощью перекиси водорода со слюнявчика, который пачкался. Попробуем и эти пятна вывести. Ну, конечно, безобразно. Алиэкспресс, конечно, первый раз сорчался. Но вот это вот видос, вот, вот берете какая-то прям, что-то прилипло, непонятное, фу, ужас. Ну, соответственно, вот эта майка вторая, она не соответствует тому, что выбирали. Мы выбирали вот таких вот две маечки. Ну, вот таких вот. Вот, с такими вот лямками. Вот. Вторая майка просто вот не соответствует описанию товара. Да еще с таким вот прилипшим, непонятно, твердо коричневым цветом веществом. Вот две кофты, которые были испачканы. Вот, обработали перекисью водорода. Ни одного следа не осталось. Вот вторая кофта. Все теперь чистенько, следов нет. Все белоснежно-белое теперь. Так что можно использовать смело, если... Ну, я думаю, что не все пятна выводят. Но вот органические такие вот пятна, испачканные органикой, не выводят. Пятна-то ушли, но осадок остался неприятный. Подпишись на наш канал, папа я, и получай новые интересные видео.